Я такая сидела сейчас, думала, что буду вам записывать по 10 принципов жизни, денежного мышления, все такое. Потом думаю, блин, я вроде это вообще уже записывала. И потом я такая села и говорю: дорогая интуиция, расскажи, пожалуйста, про что сегодня будем видео YouTube записывать. Хочется, ну вот что-то прям, ну пипец вообще. Ну прям пипец. И я начала вообще дальше думать, а чего вообще хотят люди, а что вообще как бы является истиной всего, итогом всего, желанием всего. И я поняла, что вот я сейчас, получается, когда села записывать это YouTube-видео, я что ждала? Я ждала импульса. И получается, что истина всего – это импульс. То есть получается, что самая идеальная жизнь, самая счастливая жизнь, самая красивая жизнь, самая наслаждающаяся жизнь – это жизнь, когда ты тотально 24/7 живешь по импульсу. И тогда ты молодой, тогда у тебя горят глаза, тогда ты просто веришь в то, что все возможно, потому что ты сегодня получил импульс, и ты побежал становиться актером. Сегодня ты получил импульс, и побежал становиться звездой, побежал становиться певцом. Сегодня ты получил импульс, и пошел запускать курс. Завтра ты получил импульс, и пошел вообще там семью строить, и вообще все это передумал. А потом еще один импульс, но в один момент нас как будто общество от этого импульса останавливает и говорит: пора остепениться, пора стать серьезным, пора нести ответственность за то, что ты говоришь, пора нести ответственность за то, что ты хочешь, пора нести ответственность за свои желания и доводить все до конца, пора остепениться и пора быть серьезным. Серьезность равно убийство импульса. Старость равно убийство импульса. Несчастье равно убийство импульса во имя желаний и того, чтобы показаться каким-то хорошим для других людей. Несчастье равно убийство импульса того, чем ты заниматься на самом деле хочешь. Строить всякие темки, зарабатывать деньги ради денег и быть несчастным со своими деньгами равно убийство импульса зарабатывать деньги и поверить в то, что ты на самом деле можешь зарабатывать деньги на том, на что у тебя есть импульс. Поддаваться манипуляциям общества, потому что сегодня я хочу петь, завтра я хочу артисткой стать, потом я хочу медитации делать. А общество это не поддерживает, потому что ты должен быть предсказуемым. И общество начинает манипулировать тобой и говорит: ты же сегодня сказал одно, завтра ты говоришь другое. И так можно. Можно сегодня хотеть одного, завтра хотеть другого, потом передумать и жить по импульсу. Люди не любят непредсказуемых. Люди не любят тех, от кого непонятно, что ожидать. Люди любят зависимых. Люди любят тех, кто думает о чужом мнении. Люди любят тех, кто думает о том, чтобы показаться хорошим. Импульс неудобен. Люди, которые живут по импульсу, неудобные. Людей, которые живут по импульсу, осуждают. Людей, которые живут по импульсу, всячески пытаются остепенить и сказать: остановись, ты пожалеешь, ты слишком разгульную ведешь жизнь, перестань, не надо. Импульс ни к чему хорошему не приведет, час расплаты настанет, нельзя быть каждую секунду веселым, потому что веселые и счастливые только те, кто живут по импульсу. И я хочу быть просто самым большим предводителем этого огромного течения, которое называется «нет, можно». Можно жить по импульсу, можно слушать свою интуицию, можно чувствовать себя на 100%, можно на 1000000% понимать. И люди начинают ставить нам ответственность, и мы вешаем на себя эту тонну ответственности, и мы не можем быть поворотливыми, мы становимся бесповоротливыми, мы берем на себя миллионы обязательств, ипотек, долгов, мы больше не можем двигаться, и потому что вся система, вся матрица создана для того, чтобы убить импульс, для того, чтобы мы не могли себе
позволить жить по импульсу, потому что у нас долги, обязательства, дети, семья, мы содержим своих родителей, содержим просто всех вокруг, мы перед всеми должны, я знаю тех, кто боятся закрыть бизнесы, потому что они содержат своих сотрудников, и они, им как бы стыдно. И вся система создана для того, чтобы убить на корню наш импульс, потому что никому не нравятся неудобные, никому не нравятся свободные, никому не нравятся те, кто со своим мнением. Но нет, истина есть в импульсе, счастье есть в импульсе. Счастье есть в том, чтобы слышать себя, знать себя, слышать свою интуицию, быть соединенным со своим высшим я, видеть и понимать, что для меня сейчас правильно. Вся моя команда, все мои сотрудники, они всегда говорят: Саша, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас думаешь на этот счет? И если я говорю: смотри, просто в целом это не откликается, это уже равно как причина. И мне не нужно объяснять, почему нет. Или мне не нужно объяснять, почему да. Я могу просто сказать: я так чувствую. У меня есть моя интуиция. И моя интуиция очень развита. Пожалуйста, мой месседж такой. Доверяйте себе, своей интуиции, своему импульсу. Не поддавайтесь манипуляциям. Знайте, что такое манипуляции. Знайте, когда вами манипулируют. Это на Бэмане будет целый урок по поводу манипуляций. Знайте, что такое интуиция. Знайте, как развить свою интуицию. На Бэмане будет целый урок по поводу интуиции. Знайте, как забить на мнение других людей и как экологично простраивать и жить по импульсу. И это самый большой секрет счастья на этой планете. Я очень сильно вас люблю. Пожалуйста, сделайте сейчас что-нибудь по импульсу. Не испытывайте чувство вины за это. Не испытывайте чувство какого-то такого... знаете, вот мы иногда что-то сделаем по импульсу, а потом наш внутренний родитель, опять же, очень большой урок на Бэмане будет по поводу проработки мамы, папы, рода. Потому что когда вы испытываете какой-то стыд внутри, внутренний стыд, это наш внутренний контролирующий родитель. Это не вы, это ваши родители в вашей голове запрещают вам что-то и говорят вам быть серьезным, и говорят вам там остепениться или еще что-то. Можно жить по импульсу. Мир другой, мир изменился. Этот мир сейчас правит только интуиция, импульс, и только люди, которые на 100%, на 1000000% живут по импульсу, захотел, сделал, почувствовал, захотел, сделал. 3 секунды на решение, 3 секунды на то, надо мне это или не надо. Открыли меню, 1 секунда на то, что мне нужно. Очень быстрое решение, очень быстрый мир. Выигрывают те, кто делают очень быстрые решения. И каждую секунду действуют по импульсу. На сегодня все. Я вас очень люблю. Вы самые лучшие люди на свете. Сделайте сейчас что-нибудь по импульсу, не испытывайте за это чувство вины. Я с вами, я в вас верю, я вас всегда поддерживаю. Вы никогда не останетесь одни, вы никогда не потеряете все. Вы всегда есть у вас. У вас всегда внутри есть ваш внутренний ребенок, который вас очень любит и всегда вас поддерживает. Вы никогда не один. Каждую секунду этой прекрасной жизни вы есть у себя. И этого достаточно для всего. И вы достойны всего просто потому, что вы есть. Я вас люблю, вы самые лучшие люди на свете. Сделайте сейчас что-то по импульсу. Напишите в комментариях, что вы сделали, как вы сделали. И все решения, которые вы давно хотели принять, пора принять. Вы давно это все чувствуете. Просто решитесь на это, сделайте импульс. Если вам понравилось это видео, сделайте, пожалуйста, репост. Напишите комментарий. Вы самые лучшие люди. Я сказала это 1000000 раз, я правда так думаю. Я очень счастлива, что вы есть в моем поле. И я запускаю Бэмани наконец-то скоро первый раз за 1 год. И я думаю, что это будет единственный раз за этот год, а может быть и за парочку следующих лет. Я очень вдохновлена этим. И я сегодня прописывала уроки, и уже просто 10 уроков, просто вот так вот напрямую, это проработка рода, проработка фоновой тревоги, увеличение денежной емкости, самопрограммирование, нереализованная энергия, манипуляции, как быть, чтобы дом был внутри, то есть как находить внутренние опоры, чтобы вот куда я ни поехал, везде дом внутри, и детская позиция. Просто. Это вот то, что я просто первое, знаете, вот накинула сегодня. Очень много будет всего классного. Очень много. Это только блок про внутреннее, очень много будет про денежный маркетинг, про продвижение, про инвестиции, медийные инвестиции, как стать популярным, классным, но при этом внутри целостным. О май гад, ребята, грядет просто потрясающая эра. Я вас очень сильно люблю, вы самые лучшие люди на свете. Я желаю вам прекрасного утра, прекрасного вечера, прекрасного обеда, прекрасного настоящего момента. Импульс.